бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. 74 воспитанника училища удостоены звания Героя Советского Союза. В начале 90-х годов прошлого столетия на базе Ульяновского танкового училища образовано Ульяновское гвардейское Суворовское военное училище. На площади флаг Ульяновского филиала Московского автомобильного завода имени Сталина. Так назывался завод в первые годы своего существования на Ульяновской земле. В холодном октябре 41 года на Ульяновскую землю прибыли первые вагоны со специалистами и оборудованием завода. А уже в декабре на фронт были отправлены первые снаряды, изготовленные руками автозаводчан. В апреле 1942 года из цехов завода на фронт были отправлены первые ЗИС-5В, а в июле того же года теплосборки возросли до 30 автомобилей в сутки. Всего за годы войны на заводе было выпущено более 7 тысяч автомобилей и 20 тысяч двигателей.